большой привет. И сегодня мы будем, как сказать, снова у нас крепость третьего лава. Сегодня будут два новаторства. Не в плане того, что типа крепость станет больше и там типа новые ходы будут. Или там я новый раздатчик сделаю. Не-не-не. Я сегодня сделаю маленькую станцию. С ограждением в виде деревянного забора. Чтобы можно было при большом захвате базы. Базы. Спокойно можно было взять... Ну, как сказать, что? А что мы будем брать? А, вагонетки! Да, у нас будет сегодня железнодорожные пути. И смотрите после небольшой паузы. Вот сейчас мы сядем. Сядем в вагонетку. Попробуем. Так. Вот с этими рельсами нифига нельзя нормально ехать. Печально. Ну, можно побежать. И вот одна из единственных обнов нормальных, это вот житель. Так, попробуем торговать. Так, он нам... Картограф. Так, он продает нам... Он предлагает нам отдать ему 34 бумажки за один золот и больше ничего. Ладно. Эх, бумажка так бумажка. Бумажка так бумажка. А, да. Спасибо, житель. С тебя голду сбирать. Теперь. Да? Он зачарован. У него теперь есть... У нас компас. Это нам пригодится при выживании. Ладно, всем удачи и всем пока.